Сегодня мы будем готовить венские вафли с шоколадом. Нам нужно будет растопить 180 грамм сливочного масла, добавить 3 столовые ложки сахара. Тщательно размешиваем. Добавляем стакан молока. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Всего нужно будет 300 грамм муки, добавляем ее постепенно и размешиваем. Вымешиваем до однородной массы. На предварительно разогретую вафельницу выкладываем тесто. Закрываем крышку и ждем 3-5 минут. Наши вафли готовы, достаем. В каждый квадратик вафли укладываем по кусочку шоколада и накрываем сверху другой вафлей. Вафли готовы, можно подавать к столу. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.